Здравствуйте, меня зовут Евгений, и мы продолжаем изучать Fusion 360. Сейчас мы рассмотрим инструмент Whole во вкладке Create. А для начала создадим базовое тело. Используем инструмент Extrude на наш замкнутый контур. Создадим новое тело. Вызовем инструмент Whole. Вот, мы можем кликнуть где-нибудь на поверхности этого тела. И вот таким красненьким цветом подсвечивается будущее отверстие, которое мы с вами будем сейчас настраивать. Потянув за стрелочку, можем менять длину выреза. За эту вот глубину выреза для шляпки. Еще есть такие дополнения. Вот, также, в принципе, все это можно здесь сдавать в табличном виде. Например, глубина пусть будет у нас 30 мм. Видим, что поменялась глубина выреза. А диаметр пусть будет, например, 15 мм. Это диаметр нашего главного выреза, вот этого цилиндрического вниз. То есть, получается, этот вырез, на самом деле, под различные винты. Есть просто отверстие. Это будет обычным сверлением, как будто бы сверлится отверстие. Вот здесь есть некоторый такой конический скос, но обычно это угол сверла, его острия здесь используется. Вот, также есть здесь в настройках тип отверстия. Есть вот такой для винтов с прямоугольной головкой. И есть для вот винтов с такой, сейчас здесь не очень заметно, сейчас немножечко подвинуть, вот, с такой вот конической головкой, то есть можно как бы в потайную вкручивать, здесь вот внутри, например, это отверстие, нарезать резьбу и вкручивать туда винт с конической головкой, которая будет при, скажем так, во вкрученном состоянии, он будет находиться прям вровень с этой поверхностью и не будет выступать. Также мы можем, сейчас я отменю, мне нужно сделать несколько точек, point, например, я сделаю точку здесь на поверхности, раз, два и три, stop sketch. Опять вызову наш инструмент, hole, отверстие. Здесь есть вот такая настройка placement, вот слева это когда мы ставим одно отверстие, а справа мы можем ставить сразу несколько отверстий. И прям прокликивая по этим точкам, которые мы с вами выбрали. Вот просто по поверхности кликнуть не получится. Нужно заранее задавать эти вот точки, либо точки пересечения будут каких-то поверхностей. И получается, что мы как бы настраиваем сразу все три отверстия. То есть, например, если нам нужно какое-то типовое отверстие вырезать в крышке, либо там в стенке какой-то, под размер одного винта. И вот, соответственно, мы здесь настраиваемся. Вот так вот. И нажимаем ОК. И получаем вот такие вот отверстия. Спасибо за внимание.